судну по этому шедевру инженерной мысли. Вот. Вот это наш вахтенный матрос. Его зовут Игорь. Он хочет передать привет бабушке. Вот его заведование. На данный момент он отвечает за вот это все. За вот это все он отвечает. Ну, не будем мешать ему вахтить. Пойдем дальше. Сейчас мы совершим путешествие по внешнему контуру нашего судна. Пойдемте наверх. Вот наша спасательная шлюпка, благодаря которой мы можем спастись в самые трудные для судьбы моменты. Сегодня прекрасный день, весна пришла. Вот так вот мы выглядим с точки зрения... С разной точки зрения мы выглядим именно так. Ну что, пойдем наверх. Палуба у нас немного грязная, но это не от того, что мы не убираем, а от того, что у нас слишком закопченная труба из машинного отделения. 7 палуб, поэтому идти долго. Можно посмотреть наружу, за борт, на вид Роттердама. Вот какое-то судно стоит, да, филиппинские моряки, моряцюги. Пойдемте посмотрим, что у нас есть с левого борта. Это трап, который мы никогда не ставим, потому что он слишком тяжелый. И вообще. Вот отверстие для провизии. Благодаря этому крану мы можем не голодать, управляться в любое удобное время. Это, как вы правильно догадались, rescue boat, что в переводе с монгольского — спасательная шлюпка. Если вдруг кто-то упал за борт, мы интенсивно приготавливаем, спускаем ее и спасаем человека. После этого он нас благодарит коньяком и сухарями. Непосредственно, даже опосредованно, место входа на судно и выхода из него. По этому трапу люди приходят сюда и уходят, навсегда покидая это судно, для того, чтобы покорить другие моря и другие суда. И надо есть другому экипажу, но мы не будем. Вот наше место сбора, где мы собираемся, если мы хотим покинуть судно и по всяким другим мероприятиям. Вот наша шлюпка, фрифол в простонародье. Заходим, садимся, нажимаем на кнопочку, на рычаг вернее, и все, с приветом. Мое номер, место номер 11, запомните, где меня искать. Дареет наш флаг, Гибралтар. Это ли не чудо, товарищ? Идемте наверх. Сейчас мы пойдем в святая святых, на палубу мостика навигационного, а не автомобильного.
крылья мостика. Вот символ белуга. Это ли не прекрасно? Наша мачта, радары. Можно посмотреть вниз, ощутить всю глубину наших глубин. Так, пойдемте. На левый борт и на правый борт. Пойдемте на правый борт, сюда ближе. Вот это крыло мостика. Там мостик. Я так понимаю, что он закрыт, и мы, наверное, туда сейчас не попадем. Мы сейчас проверим. Попадем. Сейчас мы туда зайдем. Неважно. Значит, вот. Это дистанционное управление рулем, машинным телеграфом. Если надо отшвартовываться, пришвартовываться. Очень удобная вещь. Опять же, взглянем за борт, оценим наши перспективы. Заедем за борт, вернее, на палубу. Вот палуба, половина выгружена, половина осталась.